обо всем, что было на планете. Ты читаешь в утренней газете, и все новости с любого континента шлем газету мы, корреспонденты. Наша должность гонит нас из дома по маршрутам новым, незнакомым. То гостиница, купе или каюта. Нет у нас домашнего уюта. И куда бы ни занес на свете, до всего есть дело нам на свете. Лишь любимые порой на нас в обиде, что так долго нас они не видят. Мы шагали по пескам пустыни, дрейфовали на полярной льдине. Мы встречались с облаками на Эльбрусе. Жизнь такая, в общем, в нашем вкусе. Мы встречались с облаками на Эльбрусе. Жизнь такая, в общем, в нашем вкусе. Журналистская судьба такая, находиться на переднем крае, и о том, что приключилось на планете, рассказать в сегодняшней газете.